Всем привет! Демонстрирую свою очередную работу. Рыбка, которая является открывалкой для консервов, для бутылок, а также огнивом. Этот инструмент я обозревал вот в этом вот видеоролике. А сейчас просто показываю, как я изготовил третью рыбку. С третьего раза получилось более качественно. Причем делал я ее из кавказского ореха, а не как раньше из липы. Сразу видно благородное дерево. Подгоночка у меня здесь тоже уже более аккуратная получилась. Несмотря, конечно, на вот эти вот безобразные зазоры. Но я полагаю, что в последующем я и от них научусь избавляться. То есть более четко у меня здесь все работает. Достается. В то же время и легко. Но и не выпадает. Вот, голова вообще проработана идеально. На этот раз я сделал такие зрачки из булавочек и бисера. Такая вот акулья голова получилась. Вот подгоночка корпуса. Все аккуратненько. То есть я для себя однозначно отмечаю прогресс. Для сравнения, моя прежняя рыбка из липы выглядит таким вот образом. Здесь орех уже, разумеется, никакой морилки, ничего не присутствует. Просто шлифовка и пропитка в льняном масле. На изготовление данной рыбки у меня ушло 2,5 дня. Конечно, не без перерывов на сторонние дела, но тем не менее, пока еще слишком долго, чтобы думать о каком-то массовом производстве. Но попробую я сделать. Парочка железных заготовок у меня еще осталось. Будет время, сделаю еще парочку. Ну а данный экземпляр отправляется в качестве подарка.